Доброму отношению к людям и миру мультстудия «Кадрики» решила посвятить свой новый мультфильм. Прежде чем начать работать, ребята поразмышляли о том, что значит быть добрым и какие хорошие поступки они сами сделали в жизни. Мультфильм «Что такое доброта?» необычный. Он выдержан в одном цвете, а все фигуры дети сделали из картона. Мы выбрали необычную технику, то есть в этот раз мы отказались от рисования. Нам хотелось, чтобы мультик был лаконичным, красивым и чтобы он отражал то, как можно изобразить в визуальном формате, как в человеке появляется добро. Юные мультипликаторы и преподаватели работали над новым выпуском в течение 2 месяцев. За это время ребята успели себя попробовать и в качестве журналистов. К мультфильму они сняли еще и сюжет о Серафиме Саровском на Дальней Пустынке. Таким образом, и репортаж, и мультфильм дополняют друг друга. Была проведена очень большая работа, чтобы рассказать про этого святого не церковным языком, а детским, как, чтобы донести до ребят школьного, младшего и дошкольного возраста вот, основные его жизненные позиции, установки. Сам мультфильм участники студии сняли по стихотворению Ирины Полюшко. Это произведение простым и понятным языком рассказывает, что такое доброта, а также хорошо отражает размышления ребят по этому поводу. Сюжет как раз вот эти маленькие моменты из жизни, в котором ребенок, человек может проявить доброту в своем сердце. Он коротенький, и каждому из четверостишью ребята придумывали собственный сюжет. То есть кто-то чинил заводного цыпленка, помогая сестре. Мультфильм «Что такое доброта?» снят в рамках проекта «Цикл передач Кадрик ТВ» при поддержке территории культуры Росатома. Следующий выпуск мультстудия «Кадрики» посвятит теме сказок. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.